Всем здравствуйте, вы на канале Галина Момент. Да, и ты, Рыжулька, любимое место здесь. У них вчера лежала, и хвост-то был в воде. А там одна убежала туда. Чего идешь-то? Чего идешь? Да? Какая вкусная вода-то. Вот именно здесь. Мурка здесь пьет, тоже приходит. Здесь им нравится больше. А та лежит. Та лежит там. Да, красавица, наелись. Счастливые, довольные. Счастливые, довольные девчонки мои. Напилась. Суп идет. Пять раз хвост. Хвост подмочился. Лежит в воде. Поплыл. Я когда два дня назад их побрызгала, капнула им от блох. Что-то чухается все, да? Тык-тык, хвостик там у нас. А это сюда пришла, лежит. Да, девица-красавица, самая охотница. Самая охотница. Ест, рычит. Роднючая. А этот сейчас хвост свой топит. Хвост как поплавок. Плавает на пруду. Панкратище пришел. Как же вся семейство. Вчера уехала у нас одна рыженькая лисичка, я ее звала Лиса. Она уехала, в дом хороший попала, девочки на день рождения ее подарили. Так что теперь вот две вот этих красавицы еще бы пристроить куда-то, и все было бы прекрасно, да? Да, Панкратище, ну... Вот так. Ну ладно. Всем пока. Всего хорошего. И до новых встреч.